Промышленную в Таркасале ремонтируют капитально. Это одна из главных транспортных артерий районного центра. Она находится при въезде в город, и по ней движется нескончаемый пассажиропоток и вереница грузов на ближайшее месторождение. Подрядчик фирмы «Измуравленко» в Таркасале новичок, но с багажом дорожных работ в полтора десятка лет. Специалисты зашли на объект в мае, сняли старое покрытие, бордюры, готовят основания для нового. На пике обещают задействовать 40 сотрудников. Канализационные трубы будут все это проводиться, электромонтажники, освещение будут проводиться, там тоже человек, наверное, 5-6, 10-15 вот трубы будут класть. И где-то примерно 15-20 уже бордюры, земляные работы. Сроки сдачи промышленной – конец нынешнего ноября. Однако подрядчик уже в сентябре планирует сделать таркасалинцам подарок к 90-летию города. А пока для жителей предусмотрены обходные и объездные пути, и впереди немалый фронт работ. Более 1200 метров. То есть это серьезный объект. Это самый протяженный объект среди всех дорог в Пуровском районе. Поэтому подходим к нему, скажем так, с большей ответственностью, с большим вниманием. Улицу промышленную разбили на три части по 400 метров. Ливневая канализация поможет избежать провалов. Проверено соседней Таежной. Год назад, после капремонта, здесь появилось полсотни водоприемных колодцев. Снег весной сошел, асфальт остался, шутит таркасалинец Руслан Давлетшин. А главное, ушла вода. Вода нам не мешает. Спокойно переходим, но там вечно не могли пройти нормально. Все время вода собиралась и в магнит даже затекала. На стыке Таежной и промышленной другой подрядчик занимается инженерией. Сети подводят к жилой новостройке. Подход хозяйский. Смежные работы ведутся параллельно, чтобы не пришлось ломать свежеуложенный асфальт. А это микрорайон геологов. В его межквартальных проездах укладывают новые плиты. Замене подлежат почти 1500 старых. Дорожники должны завершить начатое в августе. Ночной смены у нас нет. Мы работаем с 8 утра до 7 вечера. Выходные дни до часу дня. Пока никто не жаловался. Всего в Пуровском районе в этом году отремонтируют около 10 километров дорог. Светлана Лащева, Ангавриленко, Татьяна Демьянова. Время Ямала, Пуровский район.